Шаббат шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и на этой неделе мы читаем недельную главу Торы Бо. В ней очень много тем, но одна из них о тфилине, молитвенном ремне, который мы надеваем утром. Тфилин, если внимательно присмотреться, это небольшие черные коробочки, футляры с кожаными ремешками, содержащие написанный в середине внутри пергамент. И на этом пергаменте написаны отрывки из текста Торы. Как сам тфилин, так и пергамент сделаны из шкуры кошерного животного. Слово тфилин, дорогие друзья, происходит от еврейского слова тфила, молитва. Взрослые мужчины раз в день повязывают тфилин на голову и на руку, кроме субботы. Так, чтобы ручной тфилин оказался на бицепсе руки напротив сердца, а головной тфилин посредине головы над глазами. При этом надо сказать, что нужно максимально сконцентрироваться и сосредоточиться на смысле заповеди, признания воли Всевышнего над собой, или другими словами, подчинить ему свое сердце и голову. Тфилин содержит четыре отрывка Торы, написанные черными чернилами на белом пергаменте. Тфилин соединяется с телом воедино, это как бы пересадка кожи. Тфилин сделан из коровьей шкуры. Кожа также является частью человеческого тела. И это подчеркивает, что идея тфилина, как и пересадка кожи, заключается в формировании единства с человеческим телом. Человек должен отделить себя от животной природы земными средствами. Человеческому существу, которыми мы все с вами являемся, нет другого способа сделать это. Только с помощью тела мы можем выполнять заповеди и запреты Всевышнего. В нашей недельной главе «В память о смерти первенца в Египте», прямой причине решения фараона отпустить наш народ, делается заповедь посвящать каждого первенца, как человека, так и животного, Богу. Вторая область глубже посвящена освящению первенца. Первенцы, как вы знаете, были предназначены для высшей цели. Первенец на самом деле стал бы священником, коганим в храме. Но с грехом золотого тельца все пошло не так. И в конце концов Аарон и его сыновья из колена Леви стали коганим. Упущенная возможность. Давайте не упускать возможность одевать тфилин и служить Всевышнему. Будьте здоровы. Много сил. Не забывайте одевать тфилин. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Ваш Равин Каплан.